Ивановская красавица будет бороться за титул «Мисс студенчества». Оксана Малахова стала финалисткой Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта. Девушка учится в ИГХТУ, и попасть в финал состязания такого уровня ей было непросто. Обычно туда берут победителей региональных этапов. Прежде всего, я думаю, что это ее упорство, ее напор, потому что регионального конкурса не получилось, но после настойчивых звонков и связей с всероссийской дирекцией сказали: «Хорошо, мы вас берем». А мы, само собой, поддержали. Поддержали и финансово, поэтому Оксана едет. Подобное мероприятие для Оксаны не в новинку. Девушка участвовала во многих региональных и городских конкурсах красоты и талантов. Оксана ведет активный образ жизни. 3 года работает моделью, занимается танцами. Девушка – капитан и второй тренер команды группы поддержки в своем университете. Правда, сейчас времени на хобби и работу почти не остается. Оксана активно готовится к предстоящему конкурсу. Конкурс довольно-таки серьезный, потому что это Россия, и я представляю лицо не себя именно, а всего города и, в принципе, области, региона Ивановского. Поэтому готовлюсь очень активно, основательно, все до мелочей продумываем. Будут промежуточные этапы – это мисс спорт, мисс интеллект, мисс талант. Выход в национальных костюмах. Нужно будет рассказать про легенду своего региона. Тщательной подготовки требует интеллектуальный этап. Нужно знать множество фактов, тренировать память и развивать логическое мышление. Вопросы участника могут задать любой сложности. Не менее важен и конкурс талантов. Девушка 10 лет занималась бальными танцами, поэтому ей есть чем удивить жюри. Мы с Оксаной готовим, как нам кажется, очень интересный номер. Дело в том, что по условиям конкурса танец – творческая визитка. В данном случае Оксана, это танец должен длиться всего минуту. И за минуту нужно зацепить жюри, зацепить зрителя, идею какую-то дать и по возможности шокировать. Мы же хотим выиграть, естественно. На последних секундах танца зрителей и жюри будет ждать необычный сюрприз. Детали ни хореограф, ни Оксана пока не раскрывают, но заверяют, последние аккорды музыки обязательно утонут в овациях. Финал осеннего шоу красоты и творчества состоится 26 сентября в Челябинске. И у Оксаны Малаховой есть все шансы на победу. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.